Мероприятие, приуроченное к памятной дате, прошло и в Музее боевой славы в Махачкале. На площадке развернулась полевая кухня. Все желающие смогли отведать солдатской каши. В большом зале участники тех трагических событий рассказали школьникам и ребятам из кадетского корпуса об ужасах войны, о горечи потерь боевых товарищей и радости вернуться домой живым. Сложная война. 10 лет. Более 3500 дагестанцев принимали в ней участие. Дагестанцев призывали со всех регионов Советского Союза принять участие в афганской войне, потому что они всегда показывали мужество, доблесть, героически сражались в этих военных событиях.